Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу представить вашему вниманию изготовление стойки для манекена. Меня попросила одна женщина сделать эту стойку. Что она из себя будет представлять? Вот на эту трубу высотой 180 сантиметров будет одет манекен. Стандартный манекен. А для того, чтобы эта труба находилась в вертикальном положении и имела устойчивое положение, я решил, подумал и решил сделать вот такое основание. Это фанера 21 мм толщиной. Она осталась у меня как отход от изготовления стружка-отсоса. Я вытащил вот эти детали, которые будут находиться между этими частями. Этот диск я уже проточил, он будет закреплен на большой диск. Здесь будет 6 таких точеных элементов. Ножки я тоже выточил, они будут вставляться снизу этого диска. И теперь для того, чтобы точно выставить вот эти 6 отверстий, 6 ножек, я использовал вот такой шаблон. Пометил эти места, контрольные точки, для того, чтобы у нас не было, было именно зеркальное отражение, чтобы они точно попали в верхний, попали в нижний. И вот теперь мне осталось начать сборку. Но прежде чем начать сборку, я эти ножки могу сейчас сделать, вставить в эти гнезда. А вот что касается вот этих точенных элементов, надо просверлить сначала 6 отверстий в одной детали и 6 отверстий в другой детали. Сейчас этим мы и займемся. Я хочу сделать оправку для того, чтобы просверлить, или точнее проточить отверстие на 25 мм точно под диаметр трубы. Это у меня отверстие на 26,5, какое было сверло, таким я и сработал. Сейчас мне нужно выточить шип для того, чтобы она на этом шипе не прокручивалась, то есть вот эта деталь. Я с помощью двойного скотча закреплю на этой оправке. Вот эта верхняя деталь, она нужна для того, чтобы у нас труба сидела жестко в этой направляющей.
вот эти детали мне нужно склеить в одну пирамиду. Я их пронумеровал. Это у нас направляющая ось для того, чтобы они не сбились. Начинаем клеить.
моя конструкция склеилась. Теперь мне надо на планшайбу закрепить с одной стороны, а с другой стороны я проточил переходную ось, ставлю сюда. Это будет у нас операция на задний центр. Сейчас нужно через переходную ось закрепить планшайбу. Немножко мы за ним клеим, чтобы она туда не провалилась.